Виру Лаулупке. Маленькая песенка про большое будущее. Ведь если бы мама и папа участников этого конкурса не надеялись на то, что у их детей впереди действительно творческое будущее, вряд ли бы они приехали в воскресенье из разных уголков Эстонии, даже из-за ее пределов, в город на северо-востоке страны. Сцена Кохлаяровского культурного центра, которая приняла свыше 40 участников традиционного конкурса детской песни, поистине счастливая. Отсюда в большое искусство выходили участники конкурса академического вокала для детей и юношества, организованного более 10 лет назад Ольгой Бундар. Здесь много лет подряд проходит конкурс «Зажигаем звезды», некоторые участники которого еще в юном возрасте берут разбег на дорожке к большой сцене. Руководитель отдела народного творчества культурного центра Марат Кяйс не смогла точно ответить, какой по счету этот ежегодный конкурс. Она работает в культурном центре 12 лет, но перед ее приходом конкурс уже существовал многие годы. Больше 15 лет обязательно. Этот раз у нас так получился, что к нам присоединились сейчас ментор из хорового общества. Кае Таннер сказала, что у нас команда работает великолепно, безошибочно. И поэтому к нам присоединились из Хельсинки, из Финляндии тоже два ребенка. Вот и на этот раз он собрал маленьких и юных участников из Нарвы, Нарвоису, Силамя, Ихвиской волости, Кохлаярвы, Кивиели, Раквере, Таллина, Тарту. Приехали даже участники из Хельсинки. Так что еще один конкурс маленьких певцов Кохлаярвы приобретает статус международного. И мы старались делать поклон своему красивому роялю, который великолепный инструмент. Кроме этого, мы хотим сказать спасибо всегда концертмейстерам, которые мы спецпремию каждый раз выдаем, тем людям, которые готовят детей. Если нет учителя, ребенок всегда может петь. Но только надо, чтобы был кто-нибудь, который помогал бы настроить. И, конечно, мы Виру Лаулуке, Виру Лаул, мы эти дети из них ищем все время. У нас международный конкурс Виру Опера. И мы для оперы находим детей, которые с наклонностью к академическому вокалу. Вы оттуда мы ищем. У нас великолепный дом, она хорошо выглядит. И мы стараемся вести вот такую, чтобы они одевались торжественно. В составе жюри конкурса известные музыкальные педагоги, которые дали объективную оценку номерам.